Люди, всем привет. Так вот, у меня такая новость, даже не знаю, вышел быстренько, пока никого нет, заснять видосик. Призывной возраст собираются поднять, как я понял, до 30 годков. И всем будут высылать, значит, повесточки. Кто повестку не получил по какой-то причине, он все равно обязан, если он призывного возраста, то есть ему нет 30 лет или 31 года, или там 31. Ну, короче говоря, это юридические тонкости, уже будут, сами все узнаете скоро. Все равно вы должны прийти куда следует, как говорится, с вещами. Потому что, значит, ваш неприход будет уголовно наказуем. Возраст призывной поднят до 30 лет. Как-то я недавно рекламу увидел, что, типа, если не сходишь на выборы, то призывной возраст, я понял, продлят. Как бы ладно. Так, то есть что, это начинает все сбываться, что ли? Это нам показывали будущее. Ладно, хоть не 40, не до 40 лет продлили призывной возраст. Так, дальше что еще? Что, ждем, значит, геев на передержке, ждем. Что еще? Цены в миллионах. И ждем пионерские галстуки, ну или другие знаки, которые были зафиксированы мной в той самой рекламе, типа, если не пойдешь на выборы. Ладно, чё, всем удачи, всем проголосовавшим привет, потому что вот оно, ваши детишки пойдут служить. Что могу сказать? Не могу шутить, тема серьезная. Всем пока, удачи!